Ну, я думаю, все, что мы подготовились к этой игре, получалось все, в принципе, это, как я сказал, уже после последней игры. В принципе, мы готовы. То, что сегодня увидели, это как видно, ну, нападение очень хорошо. Тоже в защите неплохо, надо сказать, если мы забили 47 мячей, это то, что тоже команда соперника ЗНТУ имела два раза больше шанс, чтобы играть в нападение, потому что тоже 20-28 мячей мы пропустили, но надо сказать, что только поэтому, что мы старались устроить, ну, очень быстрый темп в этой игре. Тогда, думаю, игра прошла так, как мы хотели, и, ну, отработали все вещи, которые хотели на этой игре попробовать еще. Удалось ли подойти в полноценном, максимальном составе боевой готовности к игре с датчанами? Все ли в строю сейчас? Ну, так как сегодня было видно, да, все готовы. Сегодня только Захар Денисов не играл. Ну, вчера у него температура была, но лучше, что он сегодня не играл. Думаю, завтра уже будет все нормально. Тогда 18 человек, все готовы, все ждут уже игры из Аскерна. Только что. Возвращение Павла Бочковского. Как его сейчас состояние? Сегодня видели его в игре. И как вот он будет ли участвовать в игре? Ну, будет участвовать на 100% нормально, так как было раньше. Я ожидаю от него, что он поможет нам во время игры за Аскерном. Тогда, ну, еще раз хочу сказать, все готовы, все ждут уже игры за Аскерном. Патрик, наверняка изучали Аскерн активно, я думаю, смотрели видео. Как считаете, чего от них стоит ожидать? Ну, в первую очередь, какие у них самые сильные стороны? Ну, все знают, датчанский гандбол – это очень быстрый, очень быстрый темп для нас устроить, наверное. Будет много бегать. Надо сказать, что для нас самое главное будет организация в защите, организация в нападении, так что быстро возвращать, быстро организоваться в защите и сильно защищать. Это понятно, то же самое. Мы знаем, что защита команды Аскерн очень сильна, они будут играть очень близко 6 метров. Надо будет использовать то, что мы подготовили до сих пор во время игры Аскерн. Просто. То есть тактически готовы, в физической форме все хорошие, а психологически как команда, скажем так, настроена на игру? Готовы ли рвать и метать? Ну, думаю, все знают, что для нас это самая важная игра во время сезона. Тогда, я думаю, выйдем настроение на 110% на борьбу и будем стараться выиграть эту игру.